Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Леонид Пустовойтов. Сегодня хочу выточить небольшую тарелочку, небольшой проект вот из такого кусочка березы. Сейчас я его установлю в токарный станок, ну и, соответственно, начну обтачивать. Что у меня будет получаться, пожалуйста, смотрите. Вот я уже установил его в токарный станок. Вот видите, поджал задней бабкой. Ну и сейчас начну обточку. Хочу получить, чтобы у меня получилась такая выпуклая тарелочка. Что из этого получится, будем смотреть вместе с вами. Итак, приступаю к работе, как обычно, коронное мое слово. И поехали. Ну вот я еще хочу здесь нанести полосы змеиным языком. Ну все, будем считать, что тыльная сторона готова, будем переворачивать. Вот такой непристойный вид имеет перед тарелочкой. Сейчас мы это будем все обтачивать. Итак, наша работа подходит к завершению. Еще чуть-чуть выборку и все на этом. Вот такая тарелочка у меня получается. Сейчас эту сторону тоже змеиным языком обработаю, и можно будет покрывать масло воском. Вот практически все. Вот такая у меня получилась тарелочка. Вот первый этап моей тарелочки закончен. Буду приступать ко второму этапу. А второй этап к этой тарелочке пойдет подстаканник. Подстаканник буду делать из липы. Вот. И он будет становиться как раз вот сюда, в середину. Поэтому на этом с этим заканчиваю. Ну и подхожу к подготовке древесины для того, чтобы вытащить подстаканник. То есть у меня будет такой комплект. Я очень люблю пить чай из стакана с подстаканником. Хочу сделать себе деревянный. Есть металлический, но, честно говоря, мне не очень нравится. Я вот решил сделать
такую тарелочку и к ней подстаканник с граненым стаканом. Так что, дорогие друзья, ждем дальнейших съемок. Вот из этого кусочка липы я буду делать подстаканник. Сейчас подготовлю для того, чтобы зажать патрон. Ну, во-первых, здесь надо будет выровнять. Эту сторону тоже нужно будет выровнять. Потом подготовить под патрон, чтобы вставить. Вот. И обработать заднюю часть. И потом, соответственно, переднюю. Ну и производить выборку. Как это у меня будет получаться, пожалуйста, смотрите. Все я буду снимать. Итак, как я всегда говорю, поехали. Приступаем ко второму этапу. Делать подстаканник. Произвожу обдирку. Ну вот практически обдирку я закончил. Сейчас выровняю заготовку. Ну вот подготовил я под патрон. Сейчас буду переворачивать и уже точить дальше. Вот основную часть внутреннюю, наружную я отточил. Вот. Более-менее, пока шлифовать не буду. Сейчас сверлом Фоснера на 50 сделаю выемку здесь, а потом буду подгонять под стакан. При помощи сверла Фоснера я выборку сделал. Теперь расширим под граненый стакан. Ну вот, внутри я все выбрал. Стакан становится в подоконник, ой, подстаканник. Вот. Теперь осталось только сделать сюда небольшую ручку, вот, и снять обрез стакарного станка. Ну, ручку это я уже буду делать отдельно, а сейчас пока вот такой вариант. Уже более конкретно я вам покажу. Вот, дорогие друзья, закончился мой проект. Как я и говорил, тарелочка и подстаканник. Сейчас я покажу вам отдельно. Вот тарелочка. Вот, видите? Задняя сторона. Здесь она налипла. Вот. Тарелочка сделана из березы. И вот подстаканник. Я вырезал здесь дремелем дырки и немножко обжег. Вот что она из себя представляет.
Ну и вот, соответственно, она все вместе. Ну и вот он, графин. Мне обычный стакан. Вот что у меня получилось. Значит, тарелочка сделана из березы, а подстаканник сделан из липы. Вот она имеет липа такую красоту. Я, значит, тарелочку масло-воском натирал, а подстаканник скрыл лаком. Вот такая красота у меня получилась. Теперь можно пить чай и не обжигаться. На этом я заканчиваю. Большое спасибо всем за внимание. Смотрите, оценивайте, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Леонид Пустовойтов. Буду очень рад новым подписчикам, старым подписчикам, которые у меня есть. Всем большое спасибо за просмотры и общение, ответы на мои комментарии, на мои видео. Всем огромного здоровья, успехов и удачи в вашем труде. Вот пока и все. До свидания, до скорых встреч.